Phoenix deserves all the credit from us and all the attention. They're a high-level team. They fight for something high in Eurocup, but also in VTB, and I believe it's a Euroleague-level team. We have to handle both of us the stamina. They had a game yesterday. We had a game yesterday, so we need a little bit more the rotation and other players to come off the bench and help. Я думаю, что они решают свои задачи в Евротурнирах и в Лиге ВТБ. Я думаю, они хотят занять как можно выше место в турнирной таблице. Мы хотим сделать то же самое. Не так много времени на подготовку. И Уникс также играл в четверг. То есть времени не так много на подготовку. На первый план выйдет желание и настрой. Как будем играть в защите, нам нужно продолжать показывать то, что мы демонстрируем в последних матчах. Прессинговать по всей площадке, заставлять их ошибаться и атаковать в их слабые места.